Лучший способ решения проблемы – работа сообща. В приемной проекта «Безопасной дороги» тамбовчане рассказали о волнующих их проблемах дорожной безопасности. Здравствуйте. Прием граждан проводится здесь каждый месяц. На нем жители нашего города могут напрямую обратиться к организациям, имеющим отношение к обеспечению безопасности дорожного движения. В этот раз работу с населением проводило руководство управления образования Тамбовской области, которому тамбовчане рассказали о проблемных участках вблизи учебных заведений. Я не скажу, что много недостатков, но работы много. У нас подготовлена таблица недостатков, то есть где надо сделать искусственную неровность, так называемый лежачий полицейский, где необходимо оборудовать пешеходными светофорами, Т1, это моргающий в режиме, так сказать, моргающего желтого света. Вот где заасфальтировать. Совместная работа проекта, ведомств и населения уже успела дать первые результаты. К началу учебного года в Тамбове области появилось 5 новых пешеходных переходов на пути к различным учебным заведениям. Также совместно с управлением образования был проведен мониторинг наиболее безопасных маршрутов дошкол по всему региону.